Добрый день, уважаемые масс-медиа, добрый день, присутствующие. Цель нашей сегодняшней пресс-конференции именно здесь, на этом месте, перед Министерством внутренних дел, связана с тем, что последние 2-3 недели вы все прекрасно видите, как нас на всех порноканалах режима, порноканалах Плохотнюка обвиняют в том или ином преступлении. Мы пришли сюда для того, чтобы заявить, что мы не являемся никакими преступниками, мы являемся политическим формированием, которое на протяжении уже 2 лет имеет поддержку населения. На протяжении 2 лет уже боремся с режимом и хотим что-то в этой стране изменить. Мы все понимаем, что ихняя цель сегодня сделать в масс-медиа нам негативный рейтинг, придать значимости то, что мы все являемся сегодня наркоторговцами, преступниками. И все всячески нас обвиняют в торговле людьми, проституции и следующее. Мы здесь для того, чтобы сказать этому режиму и сказать именно Министерству внутренних дел, если на нас есть сегодня какие-то дела, мы сегодня здесь, мы хотим эти дела видеть. Я не хочу, чтобы сегодня вмешивались в мою личную жизнь, лично я, слушали мои телефонные разговоры и потом публиковали их по ихним же порноканалам. Я лично на прошлой неделе написал заявление в Министерство внутренних дел, в СИС, о том, чтобы мне дали все мои дела, которые на меня есть, открыты на протяжении этих лет. Я, в отличие от тех прокуроров, Виарела Марару, Кавкалюка и других, сегодня сплю дома, и у меня есть жена и 3 детей. Поэтому я не хочу, чтобы мое имя, мою фамилию показывали по всем каналам, так же самое, как моих коллег, и крутили, что я замешан якобы в каких-то наркоторговлях, что я человек опасный для общества, и что я имею связь с людьми в местах лишения свободы или в воровском мире, как они это предоставляют. Поэтому мы сегодня здесь сказать, что оно не так. Поэтому вы сегодня здесь, чтобы передать населению, что это не так. Мы действительно политическое формирование, которое заявили о себе, наша партия во главе с Ренатом Усатым, которые хотим изменить в этой стране, которые что-то к лучшему, которые хотим жить в этой стране и не хотим никуда отсюда уезжать. Но эти каналы сегодня делают все возможное, чтобы нас просто-напросто очернить, чтобы создать общественное мнение среди населения, что мы банда, как они называют нас, мы не такие, что мы банда воров, жуликов, и привязывают нас ко всему, к рейдерским захватам, воровству миллиарда и ко всему следующему. Наш главный месседж сегодня, что для чего это все делается? Это делается для того, чтобы нашу партию снять с выборов. Нашего кандидата, который у нас сегодня есть, Дмитрий Чубашенко, не допустить до выборов. Я хочу обратиться к всем наблюдателям, иностранным, международным наблюдателям, что такой случай, как был у нас в 2014 году, в этом году он не пройдет. И мы действительно будем бороться до конца. Я не собираюсь никуда с этой страны уезжать. Не собираюсь никуда убегать, даже если будет завтра стоять риск того, что меня по какому-то сфабрикованному делу снова же будут арестовывать. Хочу передать лично Марарю, Кавкалюку, Жаздану. Меня арестами вы не напугаете, не напугали. Я там был, я знаю. Но вот вы когда там будете, тогда будет другая ситуация. И вы почувствуете то на себе, как почувствовали мы все и мои коллеги. Поэтому не стоит, еще раз говорю, искать нас. Объявляю официально всем, за рулем не пью, в бане не хожу. Поэтому не хочу, чтобы за мной следили, и не хочу, чтобы меня в мою личную жизнь вмешивались. Bună ziua la toată lumea, mă numesc Boris Dedov, mă mândresc că fac parte din partidul politic, partidul nostru. Vreau să vă spun că sunt veteran al războiului din Afganistan, am participat conflictul armat de pe Nistru și am luat parte la conflictul armat din Nagorno-Karabakh. Sunt președintele Asociației Veteran al Războiului din Afganistan, Raionul Fălești. Sunt veteran a organelor de interne, fost colaborator și vreau să vă spun că mie tot nu-mi este ceea ce a fost publicat la
deschide punct despre faptul că eu sunt un criminal, am fost în luna aprilie anul 2011, a fost pornit un proces penal, precum că am furat un automobil. Vreau să vă spun cu toată certitudinea că sunt un cetățean a Republicii Moldova, sunt un cetățean onest, un cetățean brav, care mă cunoaște tot raionul Fălești, și vreau să menționez că eu nu mă tem de ca să fiu arestat. Vreau să vă spun din ce considerente. Dacă eu am trecut prin trei conflicte armate, dumneavoastră cum credeți? Eu pot să mă tem că să fiu arestat și aș cere ca domnul Jezdan să iasă în fața mea aici și să-mi spună. Am avut eu un dosar, am fost implicat în furturi sau în alte dosare. Și vreau să vă spun că eu n-am uitat de percheziția care a fost în 2014, pe data de 15 decembrie, unde partidul nostru a fost scos din campania electorală. Am fost persecutat, au venit mascați la mine acasă, m-au spăriet că să fiu arestat. Eu vreau să-i lămuresc că eu nu mă tem de ca să fiu arestat. Chiar și azi pot să... Mulțumesc! Добрый день! Меня зовут Заплетный Руслан. Первый раз информация о том, что я якобы являюсь наркодилером и контролирую по северу Молдовы. Продажа наркотиков появилась в мае месяце этого года на дискиде, на порно-сайте, по-другому назвать не могу, дискиде МД и аргументе инфо. Моя первая реакция была нормальной, я обратился в комиссариат полиции города Дандишана непосредственно к комиссару, указав на то, что есть такая информация. На что получил ответ, что это все глупости, на это не стоит обращать внимание, потому что реально комиссар знает, кто я, что я, чем я занимаюсь в городе Дандишаны. Повторно появилась еще информация о том, что я в 2006 году привлекался к уголовной ответственности за изготовление фальшивых печатей, пломб. В связи с этим мне пришлось заказать казиер жудичиар. Значит, я потом вам могу предоставить, где четко указано, что я никогда не привлекался, у меня нет никаких уголовных дел, я никогда не отсиживал никакие сроки. В связи с этим, еще дальше что получилось. В сентябре вы уже все прекрасно знаете, вы видели, что на всех дерьмоканалах Плохотнюка появилась опять же та же информация, которая раскручивала диски ДМД. Я хочу сказать следующее. Лично Плохотнюку такие пакости, я по-другому назвать не могу, они не забываются и они не прощаются. И когда-то рано или поздно ему придется за это ответить. Ответить перед народом. И если этим дерьмоканалам интересно, кто такой Руслан Заплитный, пускай приедут дандюшаны и опросят жителей, те, которые выбрали меня в районы и городской консилиум города Дандишаны. Спасибо большое. Bună ziua, stimați jurnaliști, sunt Odirean Iuri, consilier al orașului Suroca din partea partidului nostru. Am fost candidat la postul de primar al orașului Suroca, unde am acumulat 49% a alegătorilor. Am fost candidat în Parlamentul Republicii Moldova în 2014, când am fost eliminat din cursă și după asta am avut percheziția acasă. Ieri, la antrenamentele unde sunt antrenor-profesor, au venit părinții, discipulul meu, și ne-au anunțat că sunt vânzător de arme. Fac fel de fel de prostologii măgării în Republica Moldova. Vreau să spun că n-am fost judecat, n-am dosare penale, merg mai departe cu partidul nostru la alegeri prezidențiale și sunt în fața voastră să spun că noi vom câștige. Mulțumesc! Bună ziua la toată lumea! Mult stimată presă, astăzi sunt în fața voastră pentru
Am prezentat, sunt Rența Sergiu, consilierul rășănesc, consilier raional din raionul Cahul. Sunt coordonatorul Oficiului Teritorial Cahul a partidului nostru. Astăzi, regimul tâlhăresc de la guvernare îmi incriminează un dosar, articolul 361 alineatul 1, deținerea actelor false și ștampilelor. Pot să declar deschis și ferm că dosarul dat este unul fabricat, unul politic, venit de la, și am să spun numele deputatului din teritoriu, doamna Elena Bacalo, care însăși dumneiei a dat indicații procurorului și comisarului raionului Cahul de a supraveghea acest caz și de a duce până la bun sfârșit. Eu vreau să-i transmit că legea bumerangului există și totul ce se face, se face înspre binele dumneiei. De aceea eu vreau să spun că noi astăzi nu ne temem și mergem până la capăt. Vom demonstra că nu suntem vinovați. Добрый день, думаю, меня слышно. Уважаемые друзья, меня зовут Глинко Феликс, я отец четверых детей и являюсь советником, что вы говорите? Да, являюсь советником от нашей партии в городе Ватра. На сегодняшний день создается такая нездоровая атмосфера в отношении активистов и членов нашей партии, которая была в 2014 году перед снятием нас с выборов. С одной стороны, нам заявляют о том, что мы имеем низкие рейтинги, что нас не стоит бояться и брать во внимание. С другой стороны, мы подвергаемся колоссальному прессингу со стороны правоохранительных органов и различных каналов, которые проплочены, мы знаем, какими людьми. В частности, это, естественно, телеканалы Плохотнюка, потому что на сегодняшний день он полностью контролирует медиапространство на территории Республики Молдова. Через эти каналы, через аффилированные его каналы, населению массово насаждается идея о том, что члены нашей партии – это преступная организация, это ОПГ, которая, опять же, занимается различными преступлениями, различного рода характера, естественно, чтобы иметь как можно сильную социальную значимость. Это, естественно, наркотики, это, естественно, проституция, это торговля людьми и так далее. Естественно, это все делается для того, чтобы внести разлад, значит, среди наших активистов, для того, чтобы они, скажем так, отказались поддерживать нашего кандидата Дмитрия Чубашенко, отказаться от поддержки нашего лидера Рената Усатова и сделать все возможное, чтобы мы не дошли до избирательного марафона. На сайте Диски ДМД, значит, был опубликован репортаж, посмотрите, пожалуйста, внимание. Значит, я сегодня не вижу представителей Диски ДМД, да, значит, вот, смотрите, это я. Вы видите, правда, сегодня без галстука, здесь с галстуком. То же самое, материал есть и следующий, да, то есть они специально взяли о том, что якобы я баллотировался на должность примара города Ватры, имея, допустим, какие-то судебные там уголовные, скажем так, преследования или привлекался когда-либо к уголовной ответственности. То есть, во-первых, хочу заявить для проплаченных журналистов Диски ДМД о том, что Глинко Феликс никогда не привлекался к уголовной ответственности, никогда не был ни в каких ОПГ и никогда не занимался чем-то противозаконным. Я отец четверых детей, и мне сейчас омерзительно слышать от родителей в школах вопросы о том, что это за репортажи появляются на вот этих вот проплаченных каналах. Понятно, что люди, имеющие здравый смысл, прекрасно понимают, что мы вступили в избирательный марафон, и сейчас с каждым днем давление на нашу партию будет только возрастать. Хочу также сказать, что кроме того, что мои коллеги сегодня пронесли, значит, казьеры, журидики и так далее, я не поленился и собрал все материалы, которые указаны в этом материале Диски ДМД, собрал все заседания судов и так далее, которые когда-либо возникали в моем отношении, где, естественно, все имеют оправдатель. Я хотел сегодня вручить это Диски ДМД, но я смотрю, они побоялись прийти сегодня к нам и посмотреть нам в глаза. То есть они действуют по принципу шакалов. Они публикуют, они вызывают общественный резонанс, а потом прячутся в кусты. Меня очень радует тот факт, что никакая другая информационная система, вроде Point и так далее, не опубликовала этот материал, потому что они прекрасно понимают, что это полная ерунда. Со всей ответственностью я опять же заявляю, что мы готовим иск, и мы не оставим это без внимания. Мы будем добиваться восстановления правды, потому что это является, во-первых, нашим девизом, нашим лозунгом, во-вторых, нам не безразлично то, как нас воспринимают в обществе.
Я думаю, что у представителей диски ДМД в ближайшее время будет возможность ознакомиться с этими материалами. Во всяком случае, это обязательно предоставим. Кроме всего прочего, мы прекрасно знаем, я в активном бизнесе с 93-го года. Мы знаем, что сегодня вести бизнес в Молдове – это все равно, что бегать по минному полю. Никогда не знаешь, где рванет и как рванет. Все прекрасно знают, как наша бездарная власть пытается закрыть дыры в бюджете. Она закрывает за счет бюджетников, она закрывает за счет различных помощи, грантов, и в первую очередь она закрывает, естественно, за счет бизнесменов. Создаются, вроде бы у нас есть действующее налоговое законодательство, но в момент проверки появляются какие-то внутренние циркуляры, согласно которым ты оказываешься потом преступником. Естественно, возбуждаются уголовные дела, но как это все доходит до судебных разбирательств, когда ты ходишь, ты не даешь эти деньги, доходишь и доказываешь свою правоту в суде, эти дела рассыпаются, их в лучшем случае переквалифицируют в административные дела, а оканчивается все штрафом 500 лей. Вот именно это сейчас пытается выдать как уголовное преследование в мой адрес. Еще раз заявляю, Гринко Феликс никогда не был привлечен к уголовной ответственности и, надеюсь, не будет. Я призываю, во-первых, обратить внимание органы МВД, прокуратуры, СИБА и так далее, где происходит у вас утечка информации. По каким-то причинам непонятно, происходит утечка, и она в первую очередь попадает почему-то не к нам, а попадает на, естественно, проплаченные каналы. Мы видели репортаж о задержании Николая Хачко. Почему граждане Израиля были с закрытыми лицами? А Николая Хачко, во-первых, грубо и жестко задержали, инсценировали, якобы он оконфузился, о чем я написал, категорически заявляю, что Николай, во-первых, сильный и волевой человек, он никогда бы в жизни такого не допустил, это раз. Во-вторых, по какому праву показывали открытое лицо и показывали по всем каналам, это два. Сейчас мы видели на днях буквально Эдик Потрашку, то же самое в такой ситуации. Оказался, когда его показали, непонятно что, непонятно как. Сообщите, пожалуйста, мне, уважаемые правоохранители, если вы заходите на различные сайты, такие как 3Девятки и прочее, где открыто по несколько страниц оказание этих платных услуг девицами, да, жрицами любви, то скажите, у вас же есть структуры, кто следит за тем, чтобы эти услуги, скажем так, не выполнялись. То какого они тогда там делают, объясните мне или нет? Поэтому еще раз призываю прекратить истерию, прекратить повторение 2014 года в отношении активистов и членов нашей партии и дать нам возможность дойти, скажем так, и участвовать в этом выборе. Раз мы история успеха, раз мы демократическое государство, значит, дайте нам возможность участвовать в избирательном марафоне. Дайте возможность нашему кандидату в президенты победить и навести порядок в этой стране. Спасибо. В завершение этого я хочу обратиться лично к министру внутренних дел Александру Ефимовичу Жездану, чтобы он возобновил или открыл уголовное дело в отношении тех работников полиции, которые сливают всю оперативную информацию на канал Диски ДМД. Мы знаем, как это делается, мы знаем, для чего это делается и знаем, почему это делается. Хочу обратиться также к нему, чтобы он прекратил всяческое давление в отношении наших членов партии, в отношении наших советников, городских, районных и сельских. Пускай никого не запугивают, пускай никого не терроризируют и пускай никого не покупают. Пускай не идут те методы, которыми они шли до сих пор, и мы знаем, как они это умеют делать и как они это делают. Поэтому еще раз хочу сказать, мы сегодня все здесь, мы сегодня, в отличие от них, ходим открыто, без охраны, без стрелков, по улицам, ездим в троллейбусом. И если мы такие преступники, вот мы здесь, выходите и нас задержите, если мы виноваты. Эти все дела, так же само, как и предыдущие, после выборов, просто-напросто развалятся и не будут существовать. Это, еще раз повторю, сделано с тем, итог и цель этого всего, просто-напросто нас очернить, создать общественное мнение в лице жителей нашей страны и еще в очередной раз это говорит о том, что пытаются нас просто-напросто не допустить до президентской гонки, до выборов. А почему? Потому что они сегодня не боятся никого. Ни Майи Санду, ни Лупу, ни Дадона, никого. А боятся только нашего кандидата и боятся нашей партии. Не боялись бы, в 2014 году не снимали. Спасибо. Если есть вопросы, мы готовы на них ответить.
Спасибо за то, что вы нашли время и возможность прийти на нашу пресс-конференцию. Спасибо, что...